В Париже гиды требуют поддержки от властей в связи с эпидемией коронавируса. Десятки экскурсоводов устроили акцию протеста перед зданием оперного театра. По их словам, с начала карантина многие из них остались без работы и как следствие средств к существованию. Однако власти не помогают им. Между тем, во Франции число новых случаев заражения растет. По последним данным, с начала эпидемии коронавирусом там заразились 187 тысяч человек. Более 30 тысяч не справились с болезнью. Как у большинства моих коллег, у меня уже несколько месяцев нет доходов. Никаких. Нам нужен способ выжить до тех пор, пока турбизнес не нормализуется. Но, учитывая ситуацию, очевидно, что произойдет это не раньше следующего лета. Государство выделило 18 миллиардов евро на поддержку туризма. Однако гиды ничего не получили. Поэтому мы просим помощи. Некоторым из нас пришлось продать свое жилье. Все, что нам остается, это ждать, когда туристы снова смогут приезжать в Париж.